Здравствуйте! В эфире программа для людей неравнодушных и имеющих свою точку зрения. Тема нашей сегодняшней дискуссии – патриотизм против национализма. У нас в гостях сегодня Юрий Павлович Белов, публицист, член Центрального комитета КПРФ. Денис Валерьевич Алексеев, политолог, политтехнолог, кандидат философских наук. Сергей Михайлович Сергеев, научный редактор журнала «Вопросы национализма». Казбек Куцукович Тайсаев, депутат Государственной Думы и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Давайте начнем с определения. Юрий Павлович, определите, пожалуйста, что такое национализм? Более точного, емкого понятия, чем дано в словаре Даля, нет. Национализм – шовинизм, узкий патриотизм, стремление к господству своего народа при унижении и даже истреблении остальных народов. Капитал, буржуазия всегда была заинтересована поднять знамя национализма, но как это сделать? Обращаясь к родным народным низам, поднимая на поверхность слово «отечество» для того, чтобы ее собственное дело было выдано за общенародное. Национализм – это воспитание чувства превосходства над другими, превосходство крови, превосходство традиций, в ущерб другим традициям, культурному обмену. А если говорить о патриотизме, то есть как бы наше такое традиционно русское восприятие, российское восприятие, понятие патриотизма, есть, скажем так, европейское или американское, но все они, в общем-то, в своем корне сводятся к одному и тому же. Это воспитание, несмотря на это слово, как бы, но правильных национальных чувств, любви и уважения к традиции своей земли, своего народа. Увы, к сожалению, мое мнение прозвучит полным диссонансом в отношении мнений к моих уважаемых коллег. Вот, боюсь потому, прежде всего, что их, собственно, теоретический базис, на котором они основываются, это, собственно, наследие советского агитпропа, которое, собственно, и продолжает развиваться в официозном дискурсе Российской Федерации. Национализм – это якобы унижение других народов, чувство превосходства и так далее, и так далее. Между тем, конечно, современная гуманитарная наука, мейнстрим ее совершенно по-другому определяет национализм. Это и есть базис современного общества. Вот если говорить совсем просто о национализме, совсем просто. Национализм – это любовь к своей нации. Ничто в самом слове не указывает на то, что это чувство превосходства. Вот, если говорить более сложно, более научным языком, то национализм – это идеология и проистекающая из нее практика, высшей ценностью которых является, собственно, нация, как союз всех граждан данного народа, так сказать, где преодолеваются все всякие рода частные, корпоративные интересы ради интересов общенациональных. Патриотизм, в общем, конечно, это изначально почтенное слово, которое, собственно, обозначалось это любовь к своей стране, любовь к своему государству. Вот, но в условиях как Советского Союза, кстати говоря, коммунисты также прекрасно использовали русский патриотизм, когда им было надо отмазаться от своих, так сказать, кровавых деяний и заставить русский народ воевать за себя во время Великой Отечественной войны. Вот, так что это все используется не только буржуазией, знаете ли. Это используется. Патриотизм вообще, как известно, это последнее прибежище негодяев, в том смысле, что дурные правительства, когда им больше нечего, так сказать, пожелать и предъявить, да, они апеллируют, как вот сейчас наш нынешний режим, он активно занимается пропагандой патриотизма. И в наших условиях, в условиях что Советского Союза, что Российской Федерации, реально патриотизм – это любовь к начальству. Россия – это государство русского народа, в истории которой, конечно, принимали участие и другие народы, безусловно. Но в целом история России – это история русского государства, образующего народы. Я не думаю, что слова Владимира Даля относятся к разряду советского агитпропа. Я воспроизвел определение национализма по этому словарю. А это словарь, который является величайшей культурной ценностью, кстати, русской нации, русского народа. Вы осторожнее к этому относитесь. Это первое. Теперь насчет гипертрофии любви к нации. Доведенная до своего логического конца эта гипертрофированная любовь дала нам фашизм германский. Он весь построен на любви к нации. И, кстати говоря, обращаясь к генетической, исторической памяти нашего народа, не забудем,
что в сознании, как бы вы ни относились к советскому периоду, но в сознании народа нынешнего эта историческая память, национализм осталась от Великой Отечественной войны, и она ассоциируется, безусловно, с фашизмом. Именно национализм, русский национализм и помог выиграть эту войну. Я представлю произведение выдающегося русского мыслителя конца 20-го, начала 21 века Вадима Кошинова. Кого? Владимир Ильянович Кошинов. Вот он определил русский народ и имел на это основание самый ненационалистический народ в мире. Идеологема Владимира Ильяновича Кожаного известна. Это евразийство, совершенно надуманная мифологическая идея, ни на чем не основанная. При всем уважении. Все нации, которые находятся на территории нашей страны, их больше 150 народностей и наций. 160 народностей. Да. Они самое большее развитие и культуры всего остального получили в советские годы. Еще бы. Да. И все преференции. Давайте были. Я закончу свою мысль. Да, и этот, кроме русских. Да. Все, в том числе и русские тоже. Как бы это кому не нравилось. Мой родной остинский язык может нормально развиваться в том случае, если нормально будет развиваться русский язык, русская культура. Но самую большую поддержку и русский язык, и русская культура, точно так же, как и мой остинский язык, получил в советские годы. И развивались по всей стране, по всему Советскому Союзу, и открывали школы и так далее. Что на сегодняшний день происходит, вы прекрасно это видите. Когда мы не можем определить свои приоритеты, и приоритетом ставится газовая труба, а не межнациональные отношения, которые разорвали в свое время, к сожалению, разорвали в том числе и Советский Союз, умышленно туда введя вот эту бациллу национализма, которую сейчас нам хотят проповедуют. Если бы сейчас наши руководители больше занимались бы проблемами тех наших соотечественников, 25 миллионов наших соотечественников остались за пределами Российской Федерации. Что приняли закон о том, что о поддержке наших соотечественников, которые приезжают в нашу страну. В Северной Осетии более 12 тысяч вынужденных переселенцев, которые туда переселились из Таджикистана, из внутренних территорий Грузии. И вы думаете, какая-нибудь поддержка у этих людей есть? В 92-го года по сегодняшний день люди живут там в нечеловеческих условиях, в коровниках, переделанных под жилье, потому что людей куда-то надо было заселять. И вот за 20 лет уже целое поколение сформировалось, а людям ни горячей воды не провели, у них отняли все конституционные права. Право на труд, право на жизнь даже. Я уже не говорю про образование, медицинское обслуживание. У людей нет паспортов. Вот темы, когда... Это основная тема. Если бы у сегодняшней власти была бы концепция национальной политики, развития нации и поддержки наших национальностей, проживающих на территории Российской Федерации, то мы бы семимильными шагами пошли бы вперед. В советские годы одинаково развивались и народы Азии, и России, и Закавказья, Кавказа и так далее. Как можно больше поддерживать национальные окраины, так сказать, и как можно меньше давать русским. Это та же позиция, что была в СССР, так сказать, и 20-е, и 30-е годы, да. Когда угодно, и сохранилась в Российской Федерации. Все мы принадлежим к поколению Советского Союза. И по большому счету, если такую дискуссию затевать патриотизм и национализм, то это вопрос, а собственно, куда мы поведем наших детей. Потому что здесь действительно стоит вопрос государственной идеологии. Но вот так получилось, что за последние 20 лет единственная идеология, которая у нынешней власти эксплуатируется, это назад Советский Союз. То есть вы позитивно к этому процессу относитесь, я хочу понять, возвращение в Советский Союз? Вам нравится эта идея? Восстановление территориальной целостности, той самой советской, это одна история. Восстановление некоторых идеологических начал другая. В целом, да, но, скажем так, исполнителям не нравится. А вам не кажется, что... Пьеса нравится, а актера нет. Юрий Павлович, как вы считаете, в современной России классовые противоречия, которые сегодня все чаще пытаются подменить национальными противоречиями, вот кому это выгодно? То знамя национализма поднимает капитал. Буржуазия, местная, общероссийская и, конечно же, та буржуазия, которую мы с вами называем компрадорской, космополитической, это буржуазия Абрамовичей и так далее.
И есть еще одна сила, которую нельзя забывать. Мы сейчас говорим о глобализме. Я пользуюсь терминологией мне привычной. Это империализм. Капитализм на высшей стадии, где всем правит финансовый капитал. Он невидим, но в его руках приводные ремни. И одни из этих приводных ремней – национализм. Чтобы подчинить себе те или иные государства, либо сделать их зависимыми, либо со счет разжигания национал-сепаратизма добиться вообще их уничтожения, что делается в отношении России. Вот здесь речь шла о русском национализме. Кто поднял знамя русского национализма в период гражданской войны? Белая армия, идеолог Ильин. Единая и неделимая Россия. Ильин не был идеологом Белой армии. Единая и неделимая Россия. Но не пошли за этим. Не получилось. Потому что народы и нации пошли за советской властью. Где, кстати говоря, если говорить о Красной армии, кто составлял ее большинство, а не просто ядро? Русский крестьянин. Не прошел русский национализм. А вот русский патриотизм – это совсем другое. Он никогда не был узконациональным, только для русских. Любовь только к русскому народу. Он всегда был общенациональным в России, общероссийским. Вот почему русский патриотизм в этом отношении уникален. Кому-то нравится или нет, я скажу, он интернационален. В этом особенность русского патриотизма. Вот его ты не любит, его ты и гонит. Нет, дай русский национализм. Попробуйте вы в исторических источниках средневековой Руси, древней Руси, до буржуазной эпохи, найдите вы в этих источниках, летописях, что-либо напоминающее русский национализм. Не найдете. У Пушкина вы найдете. Конечно, и назовет меня всяк сущий в ней язык и гордый внук славян и финн и дикий и так далее. Там вы найдете. Пушкин принадлежит всем. Денис Валерьевич, почему, как вы думаете, последние вот 20 лет подвергается осмеянию и оплевыванию советский патриотизм? Я не могу ответить за 20-летний период и всех, кто плюет, или тех, кто утирается, или утирает эти все плевки. На самом деле, здесь проблема-то еще и в другом. Вроде как национальный вопрос разрушил Советский Союз. Советский Союз, мне кажется, разрушил предательство генерального секретаря. То есть никто не мог предположить, что та система, которая Сталином была выстроена, что она снизу никогда бы не смогла быть расшатана. Но ее разрушили сверху. То есть человек, который был наверху, предательством, в том числе используя некоторые противоречия национальный фактор, заложенный еще в Российской империи. Сегодня оплевывание советского интернационализма идет из-за того, что все достижения, самые крупные достижения современности были в нашей стране, и они были достигнуты благодаря как раз-таки вот интернациональности и интернационализму в нашей стране. Невозможно была бы без этого победа в Великой Отечественной войне. Безусловно, роль русского народа велико. И первый тост Сталина был за великого русского солдата, который сыграл основную роль в победе в Великой Отечественной войне. Баграмян в свое время говорил, если более 50% боевого подразделения у меня не русский составляет, то это не боеспособное подразделение. Понятно, русский язык объединяет, сплачивает. Почему на Рейхстаг повесили знамя Егорова и Кантария? Могут говорить о том, что это была дешевая пиар-акция и так далее. На самом деле нет. Возьмите фильмы, которые снимались в советские годы. Фильм «Мимино», который один фильм сделал, на мой взгляд, больше, добился большего в отношениях между русским, армянским и грузинским народом, чем все политики за последние 20 лет. Безусловно, для того, чтобы сейчас поднять флаг национализма, необходимо разрушить, на их взгляд, миф об интернационализме. Говорят уже сегодня, что никакого интернационализма не было, это невозможно и так далее. Все это было. Еще раз повторюсь, все достижения, великие достижения 20 века связаны с нашим государством и связаны в первую очередь потому, что там были великие представители всех наций и народностей.
У меня ощущение, что у нас обсуждение идет где-то в году 82-83. Вот ничего с той поры не произошло. Сказать, да, между тем, вот по поводу там, того, что национализм ассоциируется с нацизмом, хотя ясно, что национализм создал Францию, Англию, вообще все европейские государства. Об этом как бы молчок. Только один, оказывается, нацизм. У нас говорят, что интернационализм победил в Великой Отечественной войне. Но это же просто противоречит фактам. Просто когда, так сказать, приспичило, дядюшка Джо с дрожащим голосом стал говорить «братья и сестры», да, почему-то он забыл всю свою пролетарскую, там, классовую, так сказать, риторику, стал говорить о великих именах русской истории, обращаться исключительно к русскому народу. Вспомним весь дискурс Великой Отечественной войны. Более, так сказать, русского националистического дискурса трудно себе представить. Вот, там, ты помнишь, Алёша, «Дороги Смоленщины», там через каждую строчку слово «русский», 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 где там советский, коммунистический, интернациональный. Потому что когда надо, ясно, что без русских не победишь. Нельзя на них все время только ездить, так сказать. Надо иногда хоть символически пряник им дать. Потому что такое так называемый советский интернационализм? Это национализм всех народов Советского Союза минус национализм русский. Ну, во время войны очень многие вступали в Компартию. Это для продвижения по лестнице. Разве во время боя можно думать о какой-то карьерной лестнице? Все национальности Советского Союза получили до сих пор, и Российской Федерации сохраняют, те, кто остались, свои национальные государства. Это уже победившие национализмы. Чечня, Ингушетия, что угодно. Башкирия, Калмыкия, Якутия. Это государство победивших национализмов этих народов. Только у русских своего государства нету. Поэтому на самом деле современный русский национализм никакой не буржуазный национализм. Хотя, конечно, прекрасно было бы, если русская национальная буржуазия бы его поддерживала. Но ее практически нет, потому что ей просто не дают подняться, просто голову не дают ей поднять. Вот. А это национализм широких русских масс, так сказать, по всем опросам это видно. Вот вы сказали, миграция, так сказать. Вы же знаете, что на самых либеральных радиостанциях люди за введение визового режима, 90%, так сказать, да? И это широкие народные массы как раз. Вот. И не хотят они никакого интернационализма, они хотят нормального национального государства, где бы они были бы хозяевами собственного дома. Что такое национализм? Это когда человек чувствует, что он хозяин, один из хозяев своей страны. Сергей Михайлович, а вы не путаете понятия национализма и этнократизма? Нет, я не путаю. Просто совершенно... Я же, по-моему, с самого начала определил, что такое национализм. Национализм – это, во-первых, любовь к своей нации, во-вторых, это идея того, что нация, да, это наивысшая ценность в социально-политическом плане, перед которой бледнеют, как бы, и отступают все остальные нации, все остальные ценности. То есть это, прежде всего, идея солидарности. Межклассовый, межсословный, какой угодно. Что может привязать людей, живущих на одной территории, находящихся в разных стратах социальных, да, что их может соединить? То есть ощущение принадлежности к некому единому целому. Таким единым целым не может быть ни класс, конечно, никакой, а может быть только нация. А нация без буржуазии, а это возможно вообще? По большому счету нет. Конечно, потому что в основе, конечно, нации лежит, в общем, конечно, гражданство, да, национальное государство – это государство граждан. А гражданин без собственности, конечно, невозможен реально. Он не обеспечен иначе. Ну поэтому, вот, конечно, классический национализм, он буржуазный. Почему сегодня вот для таких людей, вот как мой оппонент, он для них благодатная почва сегодня? Сегодня более 70% населения не имеет работы. И когда говорят о том, что население на миллион человек уменьшается, из них 700 тысяч, да, это русские люди. Это большая трагедия, это трагедия для всей страны. И вот те экономические предпосылки, которые у нас в стране есть, тот беспредел, тот беспорядок, который сегодня есть, все сводится к тому, что виноваты черные. Виноваты кавказцы, надо прекратить кормить Кавказ без развития, нормального развития русского языка, русской культуры, невозможно развитие ни одной культуры, ни осетинской, ни чеченской, ингушской и так далее, вот те, которых перечислили. Сегодня одинаково плохо живется простым людям и в Чечне, и в Осетии, и здесь, в Центральной России. Одинаково плохо живется. Когда распался Советский Союз, одним из лозунгов было, что мы освобождаемся от стран, которые могли бы каким-то образом быть балластом. Сейчас происходит нечто подобное в России. К чему это ведет? Не может ли это привести в итоге к разрушению Российской Федерации? Да, безусловно, к этому дело и идет. Вот, кстати говоря, Сергей Михайлович. Сергей Михайлович прав, когда говорил о том, что национализм в свое время создал великую французскую нацию. Это действительно так. Да.
Тогда буржуазия играла прогрессивную роль и была восходящим классом в борьбе с феодализмом. Но, как Сергей Михайлович не единожды заметил, мы живем в другую эпоху. Не с феодализмом мы боремся. Буржуазия давно перестала играть эту прогрессивную роль. Она давно стала регрессивным классом. А на уровне своего высшего развития, когда финансовый, транснациональный капитал пытается определить все, и, увы, у него немало получается. Очень немало получается. Что сейчас? Разве не пытаются подогреть национал-сепаратизм в наших автономных национальных образованиях? И, кстати говоря, и русский национализм. Ведь финансовый капитал не увидишь, он не заметен. Не пытаются все национализмы подогреть в России для того, чтобы ее не было. Марксисты всегда игнорировали самоценность национальной проблемы. Для них все домовая завеса. Дальше я что хочу продолжить. И, конечно, давайте все-таки исторические параллели хромают, но проведем их. 17-й год. До Октябрьской революции Россия уже трещала по этническим швам. Достаточно сказать, войско Донское объявило свою самостоятельность. До 17-го года, простите? До октября 17-го. До октября, но не до, да. до 17-го да. года. Я сказал до октября 17-го года. Дальше, я уж не говорю, в Финляндии, Польше это иная культура. Дальше. Центральная Рада на Украине. Далее съезд народов, мусульманских народов и так далее. Она трещала. Еще не было ни власти Советов, ни Октябрьской революции. Кто подогревал тогда национализм? Его Величество, финансовый капитал Англии, Франции. Он это делал. И войско Донское тоже подогревает. Кстати говоря, безусловно. Да. То же самое он делает это сейчас. Я вот к вам приехал, как раз преподавал в университете и с лекцией. Угу. Приехал, и сейчас после поеду уже на семинар, туда же в группу, на факультет политологии МГУ. Вопросы, которые молодежь интересуют, это вопросы работы, точнее заработка. Не будем говорить работа, заработка. И другие как бы вещи блокированы, это как раз вот по национальным группировкам, внутри МГУ даже. В том числе и спортивные группировки. Ведь если посмотреть, вот сейчас что раскручивается, какая тема? Достижения в спорте России – великая спортивная нация. Но при этом все, что происходит на стадионах, болельщики, вот это блокирование непримиримых соперников, болельщиков там, Москвы и Питера против кавказских команд, но оно же очевидно и понятно, почему. Да. Потому что это вопрос эксплуатации одних людей другими людьми. И также и вопрос работы, потому что они понимают, что те своих друг друга поддерживают и подтягивают. Он же знает, что он туда придет работать, его возьмут и поддержат, в том числе дадут финансовую зарплату гораздо на более приемлемых, интересных условиях, чем для русского студента, который будет себе искать какое-то пристанище, в общем-то, по рынку свободному. А ответьте на вопрос, почему так происходит у нас в стране? Потому что мы не ставим вопрос о справедливости. Сейчас даже Римская католическая церковь поставила новоизбранный папа Франциск, сказал, что эпоха Константина Великого закончилась, слияние государства и церкви, и церковь должна взять на себя защиту о бедных и угнетенных. Вопрос социальной справедливости. А у нас вопрос социальной справедливости действительно упирается в национальный фактор. Давайте, пардон, накажем Кавказ. Тогда это будет справедливо. Национальный вопрос не является главным. Он вторичен по отношению к социальному вопросу. Вопрос национальной справедливости – это вопрос отношения к собственности и к власти. Какая собственность господствует, так будет решаться национальный вопрос. Вы знаете ли, мне кажется, так геометрически четко в свое время Иосиф Виссарионович Сталин сказал, общественная собственность объединяет людей, частная разъединяет. И мы это сегодня видим. Сегодня идет кровавая, доходящая до крови, борьба за рынок. Национализм возрастает прежде всего в борьбе за рынок. И в глобальном масштабе, и в местном масштабе.
И сегодня идет, конечно же, геноцид русского народа, потому что вот тот же самый транснациональный капитал очень страшится. А не произошло бы то подобное, что было в октябре 1917 года, когда бы русские пролетарии, ну тогда русское крестьянство, скажем в широком смысле, люди, добывающих средства к существованию своим наемным трудом, пролетарии умственного и физического труда, поэтому я скажу русские пролетарии, когда бы они не оказались организованы, выдвинулись впереди себя выражающих интересы партию и не сделали то, что было в октябре 17 года. Этого очень боятся. Угу. Очень боятся. Да. Ведь вы понимаете, форма жизнебытия мироустройства русских – общинная и коллективистская. Крестьянской общины нет. Какая была основная форма мироустройства русских? Трудовые коллективы. Она нас объединяла. Ну да. Ну, конечно, семья, но трудовые коллективы. Приватизация, которая разрушила крупнейшие наукоемкие производства, предприятия, колхозы, совхозы, она уничтожила эту форму жизнебытия. Народ оказался разорван. Конечно же, основания для активности национализма и русского, они есть. Оскорбленное чувство национального достоинства, чести, страшная безработица. Возьмите в Дагестане, ведь это безработица, она толкает молодежь и ваххабизм. Главный вопрос – социальный. Для марксистов никогда, это главное, одна из главных ошибок марксизма, национальный вопрос не был самодостаточным. Они всегда считали, что это какое-то прикрытие чего-то. Между тем, в сознании людей национальный вопрос имеет огромную значимость. Это совершенно очевидно. И не надо говорить, что все только связано с социальными проблемами. Вот я четко пытаюсь в двух словах сказать, в чем сущность национального вопроса в России. Это вот я сошлю здесь на прекрасную работу политолога Павла Крупкина. Он говорит... Субъектами национальной политики Российской Федерации являются два вида этнокорпораций. Первый вид этнокорпораций – это те этнокорпорации, которые имеют свои реально национальные государства, то есть национальные автономии. Или второй вид этнокорпорации – это те, которые хотя бы имеют национально-культурную автономию, не имея территории. Русские не имеют ни того, ни другого. Они не имеют ни своей государственности, они, им даже запрещено практически иметь свою национально-культурную автономию. Поэтому русские не являются субъектами национальной политики Российской Федерации. Следовательно, они не являются хозяевами Российской Федерации. Вот вам сущность национального вопроса в России. Сергей Михайлович, а как вообще вы представляете себе развивать нацию при условии, что национальная элита в России на первое место ставит деньги? А это не национальная элита. Пока эта элита не будет сменена, ничего не изменится, простите. Вот. И это, как бы, извините, как раз это есть третий эшелон советской номенклатуры, который совершенно четко продолжает политику Советского Союза, только отбросив социальные гарантии, которые все-таки были в позднем Советском Союзе. Я это признаю, разумеется. Но если бы вы пришли во власть, как бы вы поступили? Что бы вы делали в первую очередь? В первую очередь я бы дал русским равноправие, которого они не имеют. Вот по тем самым пунктам, про которые я только что говорил вам. А каким образом? Что значит каким образом? Одно из двух. Либо мы признаем, что Российская Федерация есть государство русского народа, так сказать, да, что не отменяет никаких прав, естественно, других народов, но это русское государство, русское национальное государство, да. Либо мы, если мы этого не признаем, тогда даем русским свою национальную республику. Три ингуша убили болельщика «Спартака». Вы помните, что на Манежной площади творилось? Да. 44 тысячи молодежи вышло и требовало как минимум расправы. В прошлом году дагестанская свадьба стреляет там же на Манежной площади. Выходит, ну, меньше 10 тысяч человек, но выходит на улицу. После чего министр вызывает лидеров дагестанских группировок и говорит, у вас есть 10 часов, чтобы навести порядок. Если вы не наводите порядок, нам без разбору, кто и как. Мы начинаем прессовать ваш бизнес, кошмарить дагестанский, ваши зоны влияния и будем вас выдавливать.
За два часа их нашли, сами пришли в полицию, заплатили штрафы и так далее. Я против таких формулировок, что дагестанская свадьба или вот чеченцы и так далее. Преступники есть везде, во всех национальностях. И когда говорят уже о каком-то негодяе, который совершил преступление обо всем народе, это совсем неправильно. Вот мой коллега только что сказал о том, что вот болельщиков «Спартака» или «Зенита» удивляет, или там столкновение происходит на основании того, что Керимов может содержать себе... Это еще раз подтверждает теорию, то, о чем говорил Юрий Павлович. Давайте тогда с англичанами сталкиваться, раз Челси, хозяином Челси является Абрамович. Это совершенно, совершенно из другой оперы. То есть это поводы? Да, понимаете, и поводы, специально раздувающиеся вот, националистами. Для чего? Русские всегда были интернационалистами, русские по духу, по культуре, по всему интернационалист, не националист. Кстати, поэтому русские первыми поехали в Среднюю Азию, и за Кавказе, и на Кавказ лучшие учителя. Кто поднимал это предприятие, создавал на Кавказе, в Средней Азии? Поехали лучшие специалисты русские, и врачи, и инженера, и преподаватели. В Дагестане, к примеру, хочу сказать, что первой русской учительнице поставлен памятник. В царские годы в Дагестане 12% населения были русские. В советские годы 25%. Сегодня при нынешней политике 4%. А что с ним случилось? 4%, 4%. Это учитывая еще то, что там огромное количество семей военнослужащих. Сегодняшняя политика, сегодня у нас в стране даже нет Министерства по делам национальностей. Да. И я так думаю, что нашему руководству страны не дают создавать его. Может быть, они бы и хотели. Но заокеанский обком дает им команду, что ни в коем случае такое министерство не вводить, чтобы оно не занималось проблемами. И начинают раздувать вот националистические организации. Цель одна – разорвать Россию. Да, идет заигрывание в некоторых национальных республиках с теми, скажем, людьми, которые сегодня управляют этими республиками. Но я хочу вам сказать, что совершенно это ничего общего с нацией, с национальностью, которая там проживает, не имеет никакого. Могу привести пример. В Северной Осетии у нас есть Моздок, город Моздок, Моздокский район Северной Осетии. Руководитель, глава администрации района осетин. Сделал все для того, чтобы в Моздоке не осталось ни одной школы с углубленным изучением осетинского языка. Он представитель буржуазии, ему плевать на развитие осетинского языка. А мой осетинский язык внесен в ЮНЕСКО в разряд языков, исчезающих, из вымирающих языков. Вот о чем Юрий Павлович говорил, что, еще раз, буржуазия не имеет национальности. Что они делают все для того, чтобы, делают все для того, чтобы разорвать в России... Вот те контакты, те связи, которые у нас есть. И русским вкладывается в голову, что вы националисты. Наш коммунист Бортко внес в Государственной Думе предложение внести изменения в Конституцию Российской Федерации, чтобы была надпись, что Россия – это государство русских и других народов, объединившихся вокруг русских. Вы знаете, что большее количество, кто поддержали Бортко, это были представители национальных регионов, а националисты, наоборот, умалчивают об этой стороне и говорят, нет, вот мы особые. Хорошо, понятие «русские», по-вашему, что включает? Понимаете, я тоже считаю себя русским. Я думаю по-русски, у меня жена русская. И как мне теперь разделиться на, с одной стороны, мои дети крещенные. Скажите, как мне быть в своей семье? Русский – это тот, который по духу своему является русским, который думает по-русски, и человек, которому присуще понятие интернационализма, любви к родине, патриотизма. Вот этот человек является русским человеком. То же самое, что было в советские годы. Был единый советский народ. Да не было никакого и советского никто народа. Никогда... Вот хорошие кадры были к юбилею того же фильма «Мимино». Вспомните, когда в лифте спускаются, по-моему, японцы, и грузин с армянином разговаривают в лифте, и говорят, посмотрите, как эти русские похожи.
Так а вот сегодня националистические движения, возможно, они тоже в чьих-то руках? Нами все управляют мировой за кулисы, и что делать, вообще непонятно. Я сказал, что, и повторю еще раз, что на самом деле существуют реальные проблемы национальные. Вот, знаете ли, прогуляйтесь вечером по Гальяново, так сказать, и вы поймете просто, так сказать, что это не в головах только у людей. Вот. И когда там русской речи уже практически не слышно, у Гальянова каком-нибудь и других московских районов, и когда там происходят постоянные, так сказать, криминальные всякие истории, и почему-то героями этих криминальных историй почему-то являются не русские, как правило, но, разумеется, они же не имеют национальности, да. Вот. Но ведь эти люди приезжают не просто так. А что, и что значит не просто так? Значит, есть какая-то политика в этом вопросе? Конечно, есть. Это политика замещения русского населения. Нашей власти очень удобно, чтобы сместить этнический баланс. Потому что русские на сегодняшний день – это единственный народ, который ходит жить по-европейски. То есть нормально, так сказать, с гарантированными правами. Хотя русских долбят уже, так сказать, многие десятилетия. Они все равно голову поднимают и почему-то, так сказать, хотят вот жить вот так. Вот. Но власти очень выгодно, чтобы большинство населения было бесправное, забитое, никаких прав еще не думали. Поэтому это совершенно, по-моему, целенаправленная политика по изменению этнического баланса, по созданию вот этой евразийской химеры, так сказать, да, чтобы было... И при таком подходе, конечно, политика правящего режима будет легко очень осуществляться. Ведь последнее же исследование Крыштановской показало же прекрасно, так сказать, что русская молодежь... Именно русская молодежь недовольна нынешним порядком вещей. Зато, как ни странно, молодежь национальных республик, в принципе, довольна. То, что это вызывает, и возмущение совершенно законное. То, что рост преступности связан с массовой миграцией из стран СНГ и Средней Азии, это тоже бесспорно. Но скажите, а какая сила всасывает в себя эти миллионы гастарбайтеров из Средней Азии? Какая сила? А как вы думаете, это что делает? Неимущие пролетарии, приезжайте к нам? Или это другая классовая сила, которой нужна дешевая рабочая сила? Которым нужна не просто дешевая рабочая сила, а не противоречащая. Даже еще лучше, если бескультурная. Даже еще лучше, если не знающие русского языка. Мы с вами видим гастарбайтеров не только на экране. Мы встречаемся с ними в жизни. Я коренной ленинградец, но я живу на окраине города. Я живу уже в их окружении, потому что вся система обслуживания ЖКХ – это таджики, узбеки. Много-много лет, уж лет 15 точно. Что я вижу? Я вижу полуарабские условия труда, это абсолютно точно. И я вижу, кстати говоря, выходцев кавказцев, азербайджан в другом состоянии. Они не дворники, они на рынке. Но это не представители трудового народа, ни Азербайджана, ни Грузии. Понятно. Это представители иной социальной страты. Иной. И они несут, мне все дозволено. Мне все дозволено, коль у меня есть деньги, за все уплачено. Это не национальный принцип. Это не особенность грузина-азербайджанца. Мне все дозволено, по ту сторону добра и зла, плевал на все. Это чисто буржуазный принцип. Точно так же, как наш Прохоров едет в Куршевель, мне все дозволено, там судят о русских. Вот Сергей Михайлович сказал, русская нация – это вот единство всех классов. Это любая нация. Да, да. Извините, а какое единство может быть между олигархическим капиталом и пролетарием? А разве наш олигархический капитал русский, простите? Как-то я не знаю. Там есть русские. Они это уже давно особая страта, которая является субэтносом, по сути дела, не имеющая к русскому народу никакого отношения. Я рад это от вас услышать. Но, тем не менее, именно этот олигархический капитал правит. Я согласен. Сергей Михайлович, уточните. Субэтнос, то есть это некая страта внутри нации, которая живет по своим понятиям определенным, которые разнятся, принципиально разнятся с понятиями основного населения. Вот и есть субэтнос. Наша элита – это своеобразный субэтнос, куда входят действительно представители самого разного этнического происхождения люди. Самого разного, безусловно. Но они не связаны ни с каким отдельным народом.
Поэтому они не отражают ни интереса ни русского, ни других, так сказать... Так а какие тогда классы должны объединиться, чтобы скрепить русскую нацию? Убрали олигархический капитал. У нас нет классов как таковых в современных русских. Большинство русских живут за чертой бедности или около нее. Поэтому русские бедные – это почти уже сегодня синоним. Поэтому социальный вопрос не противоречит в данном случае национальному. У нас что, нет миллионов громадного большинства населения, которое добывает средства к существованию своим трудом? Они исчезли? Нет, не исчезли. А их вообще называют пролетарием. Какие же это пролетарии, простите? Вот такие, живущие, обеспечивающие существование свое, своей семьи. По-моему, пролетариат в России сокращается. Только своим наемным трудом. Вы индивидуального предпринимателя тоже пролетарием считаете? Я не понимаю. Весь вопрос какой? Если семейный бизнес, то да. Если он работает только... Он и у классиков вообще пролетариат не относился, насколько мне помнится, у классиков марксизма индивидуальный предприниматель. Это был, как бы, по-моему, мещанами это называлось, мелкой буржуазией. Вы этого не помните, потому что вы этого не знаете. Понятно. Не кажется ли вам, что, возможно, у нас есть один общий враг – компрадорская буржуазия? Ну, посмотрите на Европейский Союз. Они же пытались построить интернационалистическое общество, а когда встал вопрос, что кто-то кому-то должен вдруг, то и Португалия, и Румыния, и Греция сказали, а почему это мы должны, да, соглашаться с этим, с Германией, с Францией и прочими донорами. То есть, когда брали денег, все было хорошо, и мы готовы быть интернационалистами. Когда надо отдавать, то вдруг нарушили нашу национальную гордость. Но не получается, не работает идея интернационализма. Да простой вопрос. Прибыль создается, уж полагаю, это принимается за счет присвоения прибавочной стоимости, создаваемой трудом пролетария. Без этого ни империя Ликперовых, Абрамовичей, ни империя Прохоровых, Потаниных, я и русские имена назову, олигархических, их просто не может существовать. Поэтому есть у нас буржуазия крупная. Да, она немногочисленная, но она еще окружена обслугой, менеджеры и так далее. Есть у нас буржуазия крупная, включающая в себя высшую бюрократическую элиту, которая срослась с капиталом и имеет уже там свою долю. У нас есть класс крупного капитала. Есть у нас уже и формируется средняя буржуазия. Вот что касается мелкой, вот тут да. Мелкому предпринимательству никакого хода нет. А это полупролетария. Даже в том случае, семейный бизнес – это чистый пролетариат. Ничего труда не эксплуатирует. А если там 2, 3, даже 10 рабочих, он и сам трудится. Сегодня он в этом состоянии, завтра разорился. Это полупролетарская масса. Вся сложность в том, чтобы объединить громадное большинство эксплуатируемого населения. Я на самом деле тяну руку, потому что у меня через 20 минут начинается пара. Я бы просто хотел поблагодарить, если возможно, покинуть эту дискуссию. Не потому что мне неинтересно, очень интересно на самом деле. Хотелось бы сказать, единственная короткая ремарка, только то, что весь наш олигархический капитал – это работа с бюджетом. То есть фактически все состояния – это состояние наше с вами. И опять же, если говорить о платеже налогов, то именно русский народ и платит эти все налоги, поборы, сборы, телефонные тарифы ЖКХ и прочее. И на этом, собственно, делает состояние тем самым 100 друзьям Владимира Владимировича. Конечно, можно это назвать и компрадорской буржуазией, но мне кажется, все-таки это не совсем четкое определение главного врага России. Мне кажется, конечно, главный враг России внутри России, разумеется, находится, да, это ее правящий режим и та так называемая элита, которая вокруг этого режима существует. Конечно, она прежде всего. Я тоже совершенно согласен, что острота национального вопроса создана, собственно говоря, этим правящим режимом. Разумеется, так. Но это именно не национальный, не русский режим, как бы они себя там, о каком патриотизме ни говорили. Кстати, патриотизм по отношению к, если говорить о
что патриотизм – это любовь к государству, ну, невозможно любить такое государство, разумеется, и быть патриотом такого государства. Пусть патриотами такого государства будут те самые 2000 человек, которые являются главным выгодополучателем. Но я все-таки хотел бы одну маленькую вещь заметить здесь. При всей остроте именно социальной проблемы, национальный вопрос здесь тоже играет роль. Обратите внимание, кто активно поддерживает этот правящий режим? Это элиты национальных республик. Где обеспечивается 100% победа, практически и больше, так сказать, да, Единой России и вообще, так сказать, всех сторонников правящего режима, именно в национальных республиках. Та же самая Чечня возьмем. Так сказать. Так что здесь и есть и этот аспект. И от него никуда не денешься. Уже приятно то, что к концу передачи наш коллега пришел к тому, что тем словам, которые он сказал, что во всех бедах России сегодня виноват правящий режим, и все вот эти межнациональные конфликты тоже обостряются благодаря той политике, которую ведет сегодня правящий режим. Что хочу сказать. В Чечне чеченцы за Единую Россию не голосуют. Там выборов не бывает. Там есть правящий режим, который пишет такие цифры, которые угодны Москве. Не только в Чечне, во всех национальных республиках. А если провести нормальное голосование, я вас уверяю, что процентов 80-90 во всех национальных республиках будут голосовать. Голосовали, голосуют и будут голосовать за Компартию. И Геннадий Андреевич Зюганов на выборах, вы знаете, в Дагестане и по всему Северному Кавказу получил от 60 до 80%. Во втором туре, когда ушел на президента вместе с Ельциным, во втором туре просто переписали, зеркально переписали протоколы и все. Вот у нас прошли выборы в Северной Осетии. У нас на руках протоколы со всех участковых комиссий. И у нас результат на основании этих протоколов 25% у КПРФ. Написали 10%. Куда мы не обращаемся? Ноль. Я что хочу сказать? Развитие России без интернационализма невозможно. Хороший пример – это те достижения, которые были в советские годы в нашей стране. Еще раз повторюсь, это победа во Второй мировой войне, освоение космоса и так далее. За 10 лет с 1931 по 1941 год в Советском Союзе было построено более 6 тысяч предприятий. Более 150 новых городов было построено. За 20 лет правления сегодняшнего режима не построено ни одно наукоемкое предприятие, только сборочные цеха ставят по всей России и показывают нам, как нам хорошо живется. Не живется, очень плохо живется на окраинах. Когда учитель и сельский врач в Северной Осетии получает до 10 тысяч рублей, из них 3-4 тысячи отдают за коммуналку, тогда как можно прожить на 5 тысяч рублей с сегодняшними ценами, когда каждый день цены даже на хлеб растут уже, вы видите, не в процентном, в разы. И поэтому без интернационализма в нашей многонациональной стране развитие государства невозможно. Но только не за счет русского народа. А то все время интернационализм за счет русского народа нет, происходит. Интернационализм, развивающий отношения всех наций и народностей совместно, одинаково на территории Российской Федерации. Спасибо. Юрий Павлович, заключительное слово. 2 минуты. Знаете, такова историческая судьба русского народа, что он стал не случайно народом государствообразующим, народом ведущим. И когда на крутых поворотах истории возникает необходимость защитить себя русскому, для него это означает защитить всю многонациональную Россию. И другого варианта нет. Взять и вычленить из себя вот эти 80%, встать, а остальные как пожелают. Всем можно иметь свои интересы. Это можно представить только чисто формально, идеалистически. Потрясающе. Это нереально. Поэтому, вне всякого сомнения, вопрос о том, чтобы в конечном итоге нам обезопасить страну от угрозы ее распада, распадется, если произойдет распад, то, конечно, по этническим швам пойдет этот распад. Это русскому народу еще раз, да, как это нетрудно сыграть свою ведущую государствообразующую роль,
объединив вокруг себя, как это было всю историю, более тысячелетнюю, все остальные народы. И государство у нас многонациональное. И это, конечно, решить эту роль прежде всего в социальном вопросе, тогда будет решен национальный вопрос. Спасибо. Всех благодарю за сегодняшнюю дискуссию. С вами была программа «Точка зрения» и я, ее ведущая, Жанна Юницкая. До новых встреч!